Сейчас мы обратимся к всяким техническим средствам и попробуем показать, как все-таки на пластинке звучат песни. Ну, примерно. Ну, примерно, да. Ну, это примерно так. Друзья, значит, сейчас будет такая программная вещь, минут на 7. Вот, вы уже приготовьтесь. Мы попробуем спеть вот под фонограмму, которая, ну, под минус, да, которая там. Которую я приготовил. Приготовил. Этим мы закончим первое отделение, так что вы, между прочим, если у кого-то были какие-то заявки, то вы опоздали. Что? Ну где у вас гарантия, что хлеб, который ели вы, не будет
солнце.